Прямо из парка «Амазония» на Московскую набережную. На днях рабочие благоустроили еще один спуск к Волге. Это место пользуется особой популярностью среди горожан. В этом мы смогли убедиться сами. За все время съемки, а это примерно полчаса, по этой лестнице поднялись десятки людей. И все отмечают, стало гораздо удобнее. Раньше было вот так, видите, вот здесь так. Поднимаешься без ступеней такие, просто где? На две, две, на четыре ножки поднимались наверху, да. Спасибо. А теперь легко, свободно. Со всеми удобствами, как говорится. Парк еще так здорово обустроили, прям с удовольствием. Раньше только тут по набережной гуляли, поднимаясь тоже на Афанасьево по лестнице. Но труднее. А сейчас прям с удовольствием два круга больших сделаем. И выходим на это уже на студенческий городок. То, что вот эта лесенка появилась, это, конечно, хорошо. Ну, как-то так приятнее, чем просто по земле. Например, в грязную погоду. Отсюда приятнее, потому что можно пройти через парк. Вот. Сам парк тоже хороший становится. Да. Нам эти места всегда нравились, и когда здесь просто был лес, и когда его здесь облагораживают, то есть так и так всегда хорошо. Не так давно на территории Амазонии провел выездное совещание глава республики Михаил Игнатьев. Выслушав с главой администрации Алексеем Ладыковым пожелания посетителей парка, было принято решение благоустроить пешеходную тропу со спуском. Власти города оперативно решили этот вопрос. Лестница появилась буквально через три дня. Эта лестница имеет протяженность где-то свыше 30 метров, ширина 1,5 метра, высота где-то составляет до 6 метров. С двух сторон имеются поручни. Она имеет основание металлическое, поэтому мы думаем, что будет служить долго. Значит, мы будем следить за состоянием. Вот. Сами ступени они из досок. Ну, они пока будут служить долго, а потом будем менять периодически, если выйдут из строя. Подходы работники Доркса посыпали асфальтовой крошкой. Это пока временно, но потом, наверное, уже будет покрытие асфальтовое. Кроме инженерной защиты, в работах также были задействованы работники Зеленстроя и Доракса. Со временем спуск оборудуют фуникулером, так что доступ к набережной получат и маломобильные горожане. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.